Здравствуйте, товарищи мусора. Что ты сказал? Я Вадик. И что ты к нам приперся? На работу устраиваться? Я только вчера дебильнулся. Может, дебильнулся? В этой жизни все возможно, да? Хорошо, присаживайся. Там бутылка. Ну да. Я постою. Почему ты решил именно к нам прийти на работу? Мы с вами очень похожи. Это в чем же? Меня папа называет так же, как и вас. В каком смысле? Вчера он послал меня за пивком. Я пошел в магазин. Ну и по дороге назад выпил все. Принес ему только пустую бутылку. Он сказал, что я черт галимый. Ну так а мы тут при чем? Ну а я когда с ним в машине еду, он говорит, смотри, сынок, черти ебаные стоят, хоть бы не тормознули. Слушай, сынок, а папа твой где? А папа за дверью ждет меня. Позови его сюда. Понял? Зайди, братанчик. Да, сынок. Все, Вадик, давай, иди домой. А что сейчас будет? Погоны мои, видишь? Нет. Ну просто я генерал, они мне нахуй не нужны. Понял, до свидания, товарищ генерал. Проходите, ложитесь. Да нет, спасибо, я постою. Но это ненадолго. Опаш, лысый, where is the clock? А? Я говорю, время, сколько? Ха, сейчас скажу, пацаны, вот. А что это за хуйня? Это часы. Ты че, ебать, гнида, сука? Мы у тебя, значит, время спросили, а ты там какие-то, ебать, стрелки тут кидаешь? В смысле, пацаны, вы че? Мы тебе говорим время, сколько? Да я ебу, блядь, тут какие-то, блядь, две палки нахуй нарисованы. Я думаю, за такой базар надо ебало разбить. А по-любому надо. Пацаны, это, ну, может, не надо? Лучше обоссыте, но не бейте, мамка постирает. Трубочку возьми, гнида, сука. Секундочку. Алло? Ты что там охуел, я ничего стирать не буду. Понял. Бейте мне ебало, пацаны. Понятно. Вы чё, ебать, беспредельщики, охуели? Шо? Это мой лучший друг. О-о-о, братанчик, пиздец вам. Кто ж его, блядь, так ебашит, пиздец? А как надо? Сейчас покажу, братанчик, встань. Братан, не понял. В зубы прямой. А потом ножкой контрольный. Блядь, братан, хороший был удар, педрила. Друзья, а вы задумывались, сколько сегодня стоит нормальный смартфон? Как минимум 30к. Но это большие деньги, которые не каждый захочет тратить. Тогда как быть, спросите вы? И ребята, у меня есть ответ. Крутой сайт с сюрприз-боксами crazybox.net. Суть сайта проста. Открываешь любую коробку. К примеру, возьмем коробку со смартфонами за 299 рублей, с которой можно легко получить любой телефон. Получаешь приз, заказываешь доставку, и это всего лишь-то за пару сотен. А самое интересное, что еще тут есть бесплатная коробка, которую можно открыть на халяву, и есть шанс получить даже 11-й iPhone. Так что вперед на Crazy Box за халявным гаджетом, ссылка будет в описании. О, вот это туса! Да, братанчик, ты шо, гудим нормально? Шо, может, тогда проституток вызовем? Да ну я даже не знаю, как-то стрёмно. Да ну а шо ты боишься? Братанчик, да ну а вдруг моя узнает? Да не узнает! Ну тогда давай. Алло, здравствуйте, нам проститутку. Блин, ну где она? Да вообще что-то долго, нет, уже полчаса прошло. Приветик, Зая, а шо ты тут делаешь? Зая, то ничего, просто отдыхаем. Кого отдыхаете? Проституток еще, наверное, вызвали? Да ну нет. А, конечно нет, между нами все кончено. Братан, как она узнала? Да я не знаю, братан. Чуть не спалилась. На работу устроился. Сынок, поздравляю. А спать, бо завтра рано на смену вставать. Что за скрип? Уф, Зая. Не понял, что это? Превышаем, старичок! Кого превышаем? А что это мы на левой стороне кровати лежим? Езда по встречке! Какая еще встречка? Ага, я смотрю, ремень безопасности не одет! Что ты делаешь? Куда срамоту на показ? Ой, блядь, за шу! Реакция нулячая, выпивали? Да ну, конечно, нет! Дыхните! Да что-то вздох кто-то! Сынок, что ты хочешь? Батя, шо, Заветов у тебя пиздец? Я думал, да договариваться на месте. Договариваться о чём? Гони мне бабки на хату, потому что ты сейчас еще одного сперматозоида забабахаете, а я потом из-за него на улице жить останусь. Забабахаем и забабахаем. Не получится. Это почему? Потому что я хочу быть единственным ребенком в семье. Мало ли, что ты хочешь, забирай шляпу и вали. Хорошо. Ног, что ты наделал? Я забрал шляпу. И кепку тоже заберу. Зай? Да, любимый. А кто теперь из нас мама? Ма, пап, знакомьтесь, это мой лучший друг. А шо он молчит? Ау! Ой, то завались нахуй! Короче, мама, мы тогда хотим с ним пивасика попить. Не дашь деньжат? Кого, ебать, о! Спасибо, братанчик. Это, старичок, как бы хотелось на машине подрифтить по району. Ключи, давай. Ха-ха, балыка тебе на клыка! Да ну нахуй! Сейчас, братанчик, я быстро в туалет сгоняю и едем. Хорошо, братан. Блять, бумаги нету.
Спасибо, брат. Приветик, малыш, что делаешь? Галечка, блядь, мы сейчас с моим братаном кататься поедем и бухать. Может, пойдем, ну это, на пару минуточек? А ну, братанчик, подождешь пару минут? Конечно, подожду, братан. Ну что, ты готов? Ай, блядь! Вставай. Братик, что ты наделал? Выбил ей зубы, брат. Нахуя? Чтоб не прикусывала. Спасибо, брат. Батя, я тут сейчас с девочками на дискотеку хочу поехать. Ну так езжай. Ключи от тачки гони. Кого, ебать, от какой? В смысле, от какой? От нашей семейной? Какая нахуй семейная машина? Наша семья, блядь, нихуя нема. А жига это моя. Мама, скажи ему, что он хуйню базарит. Любимый-то дай ты сыну покататься. Ага, зая, о! В смысле? О, батя, блядь, я твой сын. Сына я могу еще одного забацать, а Жигули больше не производится. То есть, когда тебе надо, чтобы тетю Зину, блядь, подвезти, так ты берешь машину, а мне нельзя? Шо? Тихо, блядь. Мама, а ты что не знала? Заткнись, блядь. А шо я должна была знать, а? Так батя ж у нас... Шо, батя? Ага, не тачку. Хуй тебя в пачку. Хорошо. Он же... Что ты сделал? Он же не договорил. Зай, там у него просто муха на лбу была. Зай, у тебя муха там. Где, малыш, это мои яйца. Оу, ты охуел, блядь, в доме свистеть? Мама, ты как нахуй базаришь с дипломированным специалистом? Да ну нахуй, что защитился? Да, ебать, конечно, защитился. Красава, сынок, что, кушать будешь? Буду, а шо у нас? Так это шо, блядь, борщ? Мама, какой борщ? Это шо, какой-то бурсак ебаный или шо, блядь? У меня красный диплом из университета. Да шо ты будешь? Мама, я буду карпаччо, лазанью и цезарь с креветками. С объедками, блядь, тебе сдуй на работу и зарабатывай сам. Да ебать, легко, мама, для меня сейчас все двери открыты. Ну-ну. Здравствуйте, я на собеседование. Добрый день, присаживайтесь. Позовите секретаря, пусть принесет мне кофе. Ну шо, давайте, глагольте, я готов выслушать все ваши предложения. Как бы у нас есть пару вакансий, у вас опыт работы присутствует? Какой еще нахуй опыт работы? У меня красный диплом университета. Да ну как так-то, блядь? Тварь, помог нам, не ходи! Короче, всем здравствуйте, дамы и господа, как бы, да? Я 43 АМГ мой, ну пневма упала, потому что эвакуатор попал. Под дождь, он стоял во дворе на парковке. Тут водичка бултыхается. По седухе, блядь, все затопило. Тут, блядь, тоже. Но тут нет. А, нет, вот, видите, была, блядь, тоже вода. Короче, я в ахуе, блядь. Тут только разобрать его, нахуй, 120 тысяч мне, блядь, насчитали. Вообще не знаю, что сейчас делать, блядь. Пизда, по деньгам просто жопень полная, блядь. В ахуе, блядь, багажник не открывается, блядь. С ключа тоже не открывалось. Пришлось железным открывать. Сзади, блядь, тоже все затопило. Недели две примерно она будет стоять, блядь. Потом скажут результат. Я вам, естественно, тоже расскажу ценники, блядь, хуенники. Короче, я не знаю, видос сегодня будет или нет. Юмористический, потому что у меня настроение, пацаны, блядь, на нуле. Такие дела. Алло, шо ты, слышишь, Валай, может, сегодня к тебе приеду, будем трахаться? Алло, да, малыш, сегодня не получится, у меня просто гости из Краснодара. В смысле, кто? Алло? Где он? Кто он? Твой ёбарь из Краснодара, из-за которого у нас сегодня ничего не будет. Какой еще ёбарь, нету тут никого. Да. Зая, кого ты ищешь? Ага. Сука, и тут нету. Зайта, ты вообще все не так понял. Садись, я тебе объясню. Нету никакого ёбаря, у меня просто месячные. То есть он тебя не один день будет тарабанить, а целый месяц? Да ну ты что вообще тупой, садись, я сейчас покажу, смотри. Куда? Вот. Зая, а что ты плачешь? Разорвал он тебя. Да тут кто? Между нами все кончено, шлюха. Ехал домой, похавал уже, и так вот думал, ебать. Телевизор 500 тысяч рублей. Ебать, за такие деньги, когда там смотришь порнуху, должна, блядь, с экрана вылазить тёлка и сосать, блядь, тебе. И так вот каждый день, блядь. 500 тысяч, вы шо? Сейчас на толчке уже минут 10. И вот это максимум, то есть тут... А тут вот так вот. Походу тут сейчас будет такой Пикачу, ебать. Кто знает, что когда, блядь, я слышу тока, блядь, хуярит нахуй. Что, ебать, я в ахуе. Доброе утречко. Проснулся от того, что позвонили, типа приехали подключать интернет.
Вышел, встретил, они говорят, ой, блядь, оборудование не взяли. Думаю, ёбаный насос, а лучше б я еще поспал. Теперь не усну.